учасник, вихованець дитячого театру «Фантазія. Місто. Енергодар». Марохно Ігор. Вірш про Кука. Всюд іскривлення аномалії, парадоксу, странної вокруг. Вспомніть, як кончив век в Австралії легендарний, старий, добрий Кук. Як в кружок усевшись в Австралії, воїном з восхода до зарі, єле в этой солнечной Австралії друг дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что? Неясно. Молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Есть вариант, что их не может большая бука. Кричал, что очень вкусный кок на судне Кука. А ошибка вышла. Вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Впустили в действие дубинку из бамбука. Тю! Прямо в темя. И нету Кука. Но есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения. Что всех наустивал колдун хитрец из люка. А то, ребята, хватайте Кука, то уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде Кука. Кому-то под руку попалась каменюка, метнул гадюка, и нету Кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья и ломают руки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука, переживают, что съели Кука. Марухно Ігор. 10, 10, 10, 10, 10. Найвищий бал. Вітаємо, Ігор. Дякуємо за виступ такий чудовий. І зараз на сцені з'явиться увесь дитячий театр «Фантазія» з